програма «Важливо про» триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І знайомимося з нашим новим гостем, як і обіцяли, будемо говорити про прем'єру легендарної рок-опери «Біла ворона» у Київському театрі оперети. З нашим гостем це Максим Голенко, режисер-постановник цієї рок-опери «Біла ворона». Вітаємо вас. І, звісно, щоб глядачі відразу зрозуміли, так, той фрагмент, який ми щойно дивилися, це не є фрагмент того, що побачать на київській сцені глядачі. Так, це йде мова про різні постановки, але за одним твором. Да, конечно, это «Белая ворона». Вот то, что вы видели, это постановка, которую мы делали в Николаевском театре. Вот. Ну, а здесь будет совершенно другая история, но не менее интересная. И вы тоже были залучены до этой постановки? Да. В Николаевском театре. Вот мы тандемом сделали уже два спектакля с Максимом Булгаковым, балетмейстером. И вот мы переезжали с места на место и делаем варианты. Первый появился в Ровно в 2015 году. Вот. Он достаточно удачный, был такой раскрученный. Вот. И нам сначала в Николаеве предложили, а потом Богдан Дмитриевич увидел этот отрывок из этого спектакля и предложил, соответственно, вот, в оперете сделать. И насколько же будет відрізнятися эта постановка, яка вже скоро, а це, я нагадаю, 22 и 23 лютого відбудеться прем'єра? Ну, вы знаете, значительно будет отличаться. То есть мы такую, если две первые более-менее похожи, то здесь мы решили все-таки возможности большие, национальный театр, и мы решили сделать такую полную перезагрузку и визуальную, и во многом и музыкальную. Здесь такие уникальные просто аранжировки. Вот. А какая особенность этих постановок? То, что там живая музыка. То есть первые варианты, то, что выходило в театре Франка, еще где-то, это были минусовки, еще, ну, это достаточно нежно, а, конечно, с оркестром это совершенно другая история, когда, ну, мощь, работы, масштаб, да, это все невероятно. А и здесь делается совершенно другая аранжировка, все, и оркестр находится на этом спектакле на сцене. Вот, такой амфитеатр огромный, и, конечно, все это гораздо мощнее звучит. Ну, это, я думаю, будет наслаждение достаточно. И, до речі, розкажіть про вашу історію співпраці, взагалі роботи над цим твором, що він для вас означає? Ну, такое, у меня, вы знаете, у меня есть такой заветный портфель еще с молодых лет, в котором лежат какие-то произведения, которые бы я хотел сделать. А это, например, вот с детства еще пластинка Рыбчинский, Татарченко, «Белая ворона», еще Гверцители. И вот она лежала, и когда-то облизывался, все это ходил-ходил, и тут вот как-то, ну, возник такой вариант попрацювати, да, сделать это в Ровно. Ну, и мы взялись, я тогда пригласил Максима Булгакова, еще не знаю все это, ну, уже наслышан был, что он шикарный балетмейстер. Вот, и вот тогда у нас получилось. Вот, и ведь вот мы, я же говорю, тандемом катаемся, все, это такой апофеоз. Но, наверное, мы уже этим спектаклем закроем историю, по крайней мере, в Украине постановок, потому что уже вложим все, что... Все, что только все, можете, что наболело. Все свои идеи, напевно, так, какие выникли. И, до речи, взагалі, сама актуализация тематики, так, яка пов'язана саме с цим твором «Біла ворона», написаний він був ще в 80-х роках, але це історія, взагалі, яка стосується Жанни Д'Арк, так? Да. Які можна наразі актуальні моменти зазначити, чому це може бути для суспільства наразі такою темою, на яку вони підуть? Ну, знаєте, це произведення випливало в такі моменти, ну, такі ключові в нашій країні. Тобто, перша постановка – це 91-й год, самі розумієте, це роки незалежності. Потом оно после одной революции выплыло, это Бенюк Хостякоев, а у нас, я же говорю, это 2015. То есть, когда мы понимаем, что такое свобода, чего она стоит, какой кровью это дается, и когда мы, ну, и тогда как-то вот это произведение выплывает, оно почему-то вот... Актуализуется. Для нашего театра она актуализуется. И первые версии мы делали
мы конкретно хотели это в наше время окунуть, все это, и какие-то там элементы костюмов, и какие-то узнаваемые вещи для зрителя. Вот. Сейчас, возможно, этого меньше будет, все мы поняли, что эта история работает и так, она понятна, но она именно для тех, кто будет сидеть в зале, и они будут понимать, о чем ведется речь. Она не будет абстрактной, ну, я тобто думаю, обійти ті процеси, які наразі в нашій країні є, неможливо. Оно, да, оно о том, що у нас болить все-таки. Хто працює наразі? Розкажіть про команду, хто створює цю постановку, і тиждень залишається, і, напевно, роботи ще немало. Ну, да, да, роботи немало, тому що театр большой, спектаклі много там йде. Мы пытаемся втиснуться. Ну вот сейчас ведут репетиции на сцене. Мы вот жадно за нее хватаемся. Все это спектакль очень масштабный. Вот достаточно. Ну, то есть уже все, что мы хотели придумать, мы туда воткнули. То есть, по крайней мере, и по машинерии все это. Ну, а Максим Булгаков, я сказал уже, мы заполучили прекрасного художника, невероятного. То есть вот я такое, как исполнение фантазии. Вот хотел когда-то поработать, вот наконец такая возможность появилась. Это Владимир Ковальчук. Ну вот, он невероятный художник старой генерации. Все это он работал, например, с Юрием Любимовым, с Анатолием Васильевым. Здесь в театре Франка идет, например, его живой труп. С Мархоли он делал. То есть в Париже, в комедии «Францесс» у нее постановки. То есть мы попытались сделать такой именно евроформат, такую очень стильную эстетику. Ну, я думаю, что это интересно. Плюс местный художник по костюмам Алена Левченко. Вот мы очень подробно тоже работали. Я думаю, что это удовольствие будет смотреть. Попытались какую-то такую ироничную такую эстетику с ней сформировать. Плюс опять хочу я музыкальную складову, так, да. Сергей Нестерук, дирижер молодой, который вот в этот материал вгрызся просто все это. И 3 месяца вот я вижу, как он колупает это все. Ну, я думаю, что это прекрасно. И вот аранжировщик Корж, вот мы уже что-то слышали. Ну, я думаю, что это очень интересно. Огромное количество людей. Ну и, конечно, все цеха театра работают, не покладая рук. Ну, то есть, так что... Все вот залучені максимально. Да. Рекламные, все радости, все. Ну, це дуже добре, тому що якомога більша аудиторія, будемо сподіватися, що дізнається про таку можливість. Так що, Богдану Дмитрійовичу, спасибо, ми змогли розвернутися. До речі, чи лише в Києві буде показано саме так, у такому вигляді постановку, чи ви плануєте і в інших містах? Так, в Украине и, возможно, не только. Ну, мы посмотрим, то есть, поэтому. Но пока сейчас этот спектакль, он очень масштабный, опять же, я скажу. И пока мы его затачивали под сцену театра «Оперетты», ну вот, насколько это возможно будет куда-то переносить, я пока еще не скажу. Пока у нас задача идет все-таки выпустить здесь хороший продукт. А вот, до речи, взагалі ця рок-опера была показана за кордоном? Раніше. Вот я знаю, что театр Франка, вот это еще знаменитая пара Хостякоев, Наталья Сумская, по-моему, они там вот как-то, насколько я знаю, сошлись. Театр Франка возил в начале 90-х эту постановку, по-моему, что это Польша, Германия, все это. Ну вот, конечно, мы были бы рады, если бы куда-то она поехала. Но Николаевская и вот Ровенская версии по Украине попутешествовали, я знаю. То есть они ее достаточно много показывали. И вот один из последних спектаклей Николаевский театр привозил на фестиваль «Гра». Самый вот сейчас раскрученный, известный. Вот, они попали в фінал з цим спектаклем. Ну, вот, фрагмент якого, до речі, подивилися зараз, да. Що цікаво сучасному глядачу? Яким ви бачите запит? Що стосується теми, що стосується гри, що стосується якихось новітніх, можливо, технологій, залученості? Ну, там всього понемножку. Я в першу чергу вважаю, що все-таки сьогоднішній зритель – це умний зритель, який все-таки
по крайней мере, я в это верю, приходит в театр часто не за развлечениями. Ну, все это. Кроме того, если ты получаешь эти развлечения, если ты получаешь зрелище, но ты с каким-то там знаком вопроса выходишь, какие-то вопросы поднимаются, и ты об этом думаешь, ну, тогда я считаю, что ну, вот что-то мы правильно тогда делаем. Ну, от якраз соціальна тематика наразі, мені здається, в театрі присутня досить серйозно. Наприклад, це і дикий театр, якщо ми згадаємо, театр переселенця, там різні-різні такі нові якраз проекти. Я по совместительству ще головний режисер «Дикого театру». Серйозно? От у нас ще тема для однієї розмови, на жаль, тільки дві хвилини залишається. Але от наскільки змінився ось цей глядач, ну глядачі взагалі, аудиторія, так? Тобто запит на такі гострі питання наразі є, можна про це очень говорити. Большой, так, очень большой, очень не хватает этого. Меня всегда очень расстраивает, что в некоторых театрах идет, я же говорю, чисто развлекательный какой-то пласт. На самом деле наш зритель вырос, он жаждет другого, и то, что мы делаем, по крайней мере, это доказывает. Ну, у Дикого всегда аншлаги. Вот, так что запит есть, такого жанру, який в опереті можна побачити, тут трошки Ви понимаете, это очень проблемный жанр. Он, по крайней мере, не государственные театры подобные зрелища не могут показывать. Это, финансово это как-то достаточно складно, дорого. Так, зробити комерційно правильно. Да. А так, конечно, я думаю, что с удовольствием. То есть у нас зрители же, где в Украине идет рок-опера? Нигде. Это в реале полноценная единственная украинская рок-опера. То есть это наша юнона ось, вона така от соціально-патріотична. Да. І будемо сподіватися, що дійсно з аншлагами відбудеться і прем'єри, і не тільки. Там не може бути не аншлагів. Не може бути не аншлагів. Звісно, так. І ми вам бажаємо саме з таким настроєм працювати далі. Дякуємо вам, що сьогодні знайшли час до нас завітати. Максим Голенко, режисер, постановник рок-опери «Біла ворона», був гостем нашої студії прямого ефіру програми «Важливо». І на цьому ми вже завершимо наш випуск і висловлюємо подяку магазину Top Secret за наданий одяг. Новини у справі про вбивство Катерини Гандзюк, боротьба з раком молочної залози та прем'єра рок-опери «Біла ворона». Такі теми ми обговорили сьогодні з гостями нашої студії. Побачимося вже завтра традиційно о 16:00 у програмі «Важливо про». До зустрічі.